Всем привет! Сегодня видеообзор наушников EarPods. Unboxing также входит в состав этого видео. И внутренние подробности о EarPods. Давайте начнем. Погнали! Итак, у нас в руках наушники EarPods с коробочкой. Так, все легко открывается. Тут у нас сзади есть такая стеночка. Мы ее выбрасываем, она нам не понадобится. Сами наушники. Легко поднимаем вверх эту штучку. И вот они у нас, сами капельки, выходят. Что я расскажу о коробочке. Коробочка будет дополнительный обзор, как она растворяется в воде. Да-да-да, этот Apple сделал специальную функцию, что эта коробочка растворяется в воде. Очень интересный будет обзор, так что подписываемся на канал, не пропускаем это видео. И следим за новостями канала. Мы отложим ее. Так, сами наушники EarPods. Мы их видим, что у них новый формат, что по сравнению с наушниками Apple, которые входили, например, с iPhone 4, там очень все поменялось, абсолютно поменялось. Форма капли, что говорят, что Apple, что эта форма именно подходит для разных прям видов ушей. Но я это, конечно, не проверял, но для меня они сидят нормально. Конечно, после долгого прослушивания музыки уши даже немного заболевают. Дальше желание музыки слушать не очень-то уж и есть. Ну, конечно, мы так долго слушать музыку навряд ли будем, поэтому наушники хороши. Так, видим, что вот колоночка, что тут отсюда звук идет, также отсюда. Тут сложная такая концепция, что отсюда идет воздух, поднимается вверх, тут как-то обрабатывается звук, басы поднимаются. И, короче, сложная. Как сказать, устройство сделанное. Apple думал над ним так много лет, говорят, что это прям совершенно наушники самого лучшего класса. Наушники отличные. Тут специальная такая штучка есть, что можно корректировать длину наушников. Вот мы можем их вместе сделать, чтобы они никуда не рассоединялись. Вот они у нас, хоп, все. Они у нас вместе. Очень удобно. Чем они отличаются от айфоновских наушников? Эти наушники от iPod'а 5-го. Первое, отличается упаковкой, что у них упаковка не такая бумажная, а пластмассовая, которую можно потом обратно положить и носить с собой наушники в этой коробочке. А в этой никакого желания обратно класть никакого нету. Это первое отличие. Второе, то что тут имеется микрофончик для того, чтобы говорить по телефону, то что тут плюс-минус, можно переключать сразу музыку. Тут, вот тут вот такая маленькая пластмассовая штучка есть, что можно переключать звук, переключать музыку, также отвечать на звонки. Очень удобная вещь на айфоне. Но на айподе, к сожалению, такого нету. Вроде такой был обзорчик коротенький. Даже, я бы сказала, не коротенький, уже почти 3,5 минуты, почти 3 минуты идет, уже 3. И подписываемся на мой канал, как обычно, ставим лайки, комментируем обязательно, задаем вопросы по поводу канала, на все отвечу в рубрике «Вопрос-ответ». Будет интересно, подписываемся на мой канал и смотрим остальные видео по ссылке в описании. Всем пока! Спасибо за просмотр!